Давно сигналы поступают, товарищ капитан. Сигналы, сигналы. Что ж ты не реагируешь? Где, здесь, на этом этаже? Да, без номера, 19-я. Пошли! Не отвлекайся! Звони! Кто там? Открывайте! Милиция! А я милицию не вызывала! Нас другие вызывали. Открывайте. Точно, милиция. А я думала, кто-то пошутил. Шутки кончились. Слышали, закон вышел? Так их ведь много. Новый. Теперь кто, если квартиру сдает, налог платить должен. А вы сдаете. Был сигнал. Так я же не квартиру, я только комнатку одну. Привет. Здравствуйте. 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 Значение не играет, роль не имеет. Пройдемте. Вот, значит, кто у нас тут. Без регистрации. Мы зарегистрированы в общежитии. Да. Только нам там комнату обещают, когда мы на 5-м курсе будем. Вот пока у бабы Фроси снимаем. Непорядок. Собирайтесь, в отделение проследуем. Вы хозяйка тоже. Ой, да как же, да что же. А вот так же все в соответствии с законом. У вас не больше 5 минут. Мы ждем в коридоре. Вот так. Закон нарушать никому не позволено. Это точно. Отойди, дай пройти. Нравится, кому не нравится, но раз закон принят, надо исполнять. Ну что, собрались? Хорошо. А надолго нас? А это как прокурор решит. Ой. Ёршик есть? Зачем? Ну, пистолет чистить? Дай ему. Спасибо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Какая девушка, а? Какой красавица. Капитан, зачем собираешь? Я жениться хочу. А они закон нарушают. Закон нарушают? Да. Закон нарушать нельзя. Никак нельзя. Гражданин. А? Ёршик, верните, пожалуйста. А, пожалуйста. Ну, пройдемте. Ну что, баба Фрося, нарушили закон? Будете отвечать. Закон для всех единый.